которые изгнаны с первого Ильверска, Совков, Степан и Чейков, предлагают дать ей отчетные, разрушенные, имя погибшего пролетарского войска Грузника Тайлера. Смотрите, ребят, как они сидят в карауле. Вот кто-то репу чешет. Поможите, ручка, поможите, поможите. Отлично, видите, да? Вот это настоящая военная база. Не содержится 60. Так вот, девочки, там от 15 долларов стоит на ремонт. Раньше с такое изделие стоило порядка 200. Сейчас уже можно. Город Трухильо. И в честь этого он себе поставил вот такой памятник. Не удивляйтесь. Потому что мы сейчас поедем с вами к маяку Коломбо, только у меня всегда Коломбо, да, у меня всегда спрашивают одно и то же. Почему это такое большое, огромное здание? Почему нельзя было сделать меньше? Сначала посмотрите на стелу, которую он возвел сам себе. Она огромная и высокая, просто из-за того, что он переименовал город. Таблички мемориальные поснимали, остальные надписи это современные, это уже современность, это уже после того, как его не стало, подписали. Этого всего здесь не было. Вот такая красота неможная. Министерство культуры. В общем, сложности, наверное, время в дороге у нас составит порядка 5-7 минут. Все зависит будет от трафика, от дороги. Здесь совершенно рядом. Интересный экспонат, который я вам сегодня обязательно всем покажу. Это каноэ индейцев Таино. Самостоятельно вы туда не попадете, вас туда не пустят, потому что там идет реставрация. Но я вас обязательно туда на минуточку поведу, и мы там сделаем фотографию. Потому что я считаю, это один из самых достойнейших предметов, который подарен был данному музею. То есть все те страны, которые скидывались деньгами, они дарили подарки. Итак, еще раз повторюсь, что с левой стороны у нас представлена Южная Америка, в том числе и Америка и Канада, а по правую руку у нас там будут таблички, названиями стран, такими как Израиль, Китай, Корея, кстати, она там объединенная, Гонконг, Испания и даже мы, Россия, в том числе участвовали в сборе денег.
А правую руку от нас я вам обещала поставить. Посмотрите, пожалуйста, кричащий монах, все у нас практически были в музее. Посмотрите, это Монтесио. Вот этот монах. Видите, да, кто в музее был? Узнаете? На полотне, на последнем, на котором мы смотрели с вами. Монах, который заступился за индейцев Таити первым. Это он самый. Это вот памятник посвящен как раз ему. Так вот, значит, хочу сказать, что мы там объявлены как федеральные... Что ж такое-то? По поводу маяка я, в общем-то, вам все рассказала. Через некоторое время будем на месте. С левой стороны у нас находится аллея, на которой, если вы заметили, нет очень таких памятников, которые посносили. Опять-таки, эти бюсты посносили во времена уже после времен Рафаэля Трухина. Это тоже связано с ним. Потому что здесь стоял, например, племянник Рафаэля Трухина, там, не знаю, дядя Рафаэля Трухина, ну и так далее. Заходим через один вход, выходим через другой. Берем с собой маски, денежку, всегда держим при себе. Ну и все, что вам необходимо, я думаю, это фотоаппарат. Все, больше вам ничего не нужно, потому что мы с вами пройдемся, погуляемся по маяку, в автобусе поедем дальше на нашу экскурсию, на трассу, посмотри, озеро, пещеру. Все, приехали.